Прокуроры завершили проверку Челябгэт, где несколько трамваев вышли на линию без кондукторов, и водителям приходилось выполнять обязанности сразу за двоих сотрудников. Берем, чтобы за более-менее получить выходные, выходим на работу, подрабатываем выходные дни. Ой, я даже не знаю, я в том месяце получила 22, а до этого получала даже 15, не выходила. Многие сотрудники на камеру разговаривать отказались, боялись увольнений. А в управлении транспорта и не скрывают. Проблема есть, но все водители на совместительство должностей соглашаются добровольно. Часть вагонов иногда выходит без кондукторов из-за их нехватки. Но это происходит только с согласия водителя. На остановке водители просят оплатить проезд вошедших пассажиров. Без кондукторов вагоны работают не в самое загруженное время. И вот прокуроры сообщили, что нарушен порядок возложения обязанностей. Не был издан распорядительный документ по организации, не заключены доп. Соглашения с каждым работником о размере доплаты, которая должна производиться за совмещение должностей. Они самостоятельно решили рассчитать работников по среднему заработку. Теперь директору Челябгэт внесено представление об устранении нарушений и объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.